Чё я делал? Это Воки-Блоки, спасите! Кубик, ты дурак? А, вы что, тоже здесь, что ли? Ну да. Привет. Так, привет. У нас вообще-то сегодня будет битва на лаки-блоках, и причем у каждого разные лаки-блоки, у каждого свой лаки-блок. Ребята, сегодня будет просто топовое видео, и мы втроем будем выживать на одном лаки-блоке. Ну что ж, поставьте лайкосики и подпишитесь на все наши каналы, мы начинаем, да? Ну что, погнали? Что сейчас будет? Я даже вообще не представляю, просто капец какой-то. Так, а, ребят, какие у вас лаки-блоки-то? Хоть расскажи. У тебя, я вижу, галактический. А у меня лаки-блок будущего. А у меня космос. Ну все, погнали, давайте. Раз, два, три. Все, погнали, ломаем. О, первый лаки-блок и... А это что такое? Чуваки? Ого, Кубик, у тебя там нифига постройки сразу же. Нифига себе, зачем вам нужен, чуваки? Скажите, пожалуйста, ладно, побегу. Нифига, я сразу экипировался, значит. Огонь. Так, что сейчас будет здесь? Давайте сразу смотреть. Ой, еще один, чуваки, смотрите, как мне сразу повезло. Может мне... Стоп, а мне полет дают, а я летать не могу. Нифига себе, у тебя платформа. Блин, вот это тебе повезло, у меня такой еще нет. Ура, еще один этот активный удар. Валёк, так, ломаем. А мне бы блоки. Сундук, серьезно. Нифига себе, у тебя чувак даже такой огромный построился. Нафиг я так быстро ломаю, так, аккуратненько. Так, у меня теперь какой блок. Шаверма, шаверма, поделись блоками, пожалуйста. У меня нет блоков, я боюсь. Давай я сейчас себе мостик проставлю, так. Не-не-не-не-не, я пошутил. Так, чувак, у меня была какая-то бирка, блин, я хочу... Нифига ты там ломаешь. Я пока что жду, как это сделать. У меня какие-то мечи топовые. Вау. Purple 3D Sword. Что это такое? Ого, смотри, что у меня есть. Это у тебя что за мостика такая? Вот это да. Шаверма все ближе и ближе ко мне. Как ты это делаешь? Чуваки, давайте как-нибудь уже это, я тоже к вам подойду, а то мне капец. А, нет, Кубик, посмотри. А, нифига ты там строишь. Слушай, Кубик, давай подходи честно. У шавермы вон все честно. Я честно подхожу, но у меня лаки-блоки, блин, вообще. А можно мы тебе стрелять? О, нет, только не эта пушка. Нафиг я ее выкидываю, потому что... А, нет, нельзя, нельзя, нельзя. Подожди, пока у меня платформы. Меня просто сейчас нифига не упадает, блин, я провалился сам. Стой, шаверма, у тебя лаки-блоки в поддоне в этом, в белом. Да, смотри, 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 да. Блин, я правда не умираю, мне придется самому это сделать. Так, аккуратненько. Можно мне данж какой-нибудь уже? Ух ты, нифига себе, это что? Смотрите, мне... А я не понял, мы вообще сражаемся с вами? А мне сердце выпало. Подожди, давай у нас поддоны будут, у меня просто, видишь, один блок. У меня какая-то фигня произошла со спаунпоинтом, и мне, короче, придется немножечко это воспользоваться гейммодом. О, есть, наконец-то, у меня обычный лакблок. Шаверма, да что ж ты будешь делать? Нифига у тебя там выпадает. Нет. И погнали дальше. Мне пришлось чуть-чуть сдохнуть. Ой, ой, что? Блин, там блоки были. Эй, у меня спаунпоинт тоже сломался, ребята, какого фига? Короче, я вернулся, в общем, вы там как, ребята? Ух ты. Да, ну, у меня пока что все очень плохо, я потихонечку к вам иду. О, наконец-то! У меня первые блоки, ура, поздравьте меня, ребята. У меня диспенсеры какие-то. Так, еще блоки поставить. Жесть, вот это да. Так, вода, нафига? Да, блин, да почему у меня все еще блоков нет? Чуваки, у меня осталось всего лишь 45 лаки-блоков. Оп, обычных блоков у меня нифигашеньки нету. Бывает, бывает, бывает. У меня 43 осталось, а у кого сколько? Шаверма, у тебя сколько? У меня 44, почти что столько же, как у тебя. Чувак, вау! У меня много. Вы только посмотрите, какой красавчик. А ну вы только посмотрите, ребята. Я тоже такой хочу. А вот, это мое, понимаешь? Так, у меня какой-то есть омега-тауэр. Что это такое? Ну-ка, ого! Нифига себе, у вас там, ребята! Смотрите! Я к вам тоже скоро приду, ждите меня. О, опять эта пушка. Мы ею не будем пользоваться никогда в жизни. Так, звезда Незера, серьезно? Офигеть, Кубик! Так. Что такое? Что такое? Кому спасти? На меня смотри, вон. Ну, походу, тебя... Нифига! Ребята, вы точно хотите со мной сражаться? Вы только посмотрите на меня. Давай лучше смотри, короче. Не-не-не. Эй, так нечестно! Что сейчас вообще произошло? Это нечестно было. Ну ладно, ну ладно. Я походу тебе, нет, блин, меня. Поиграем еще, поиграем. Еще один меч, да, елки-палки. Так, ладно, погнали. А может я допрыгну? А, мне, кстати, скоро сдается. Ну-ка, ребята, я попробую до вас допрыгнуть. Ладно, не буду. Я лучше. Не-не-не-не-не, я лучше еще нафармлю. Да что ж ты будешь делать? Где так, мои... Стопа, забираем опыт, который здесь... Ладно, ты что, зачем меня бьешь? Я случайно протестировать хотел. О, нифига, губка? Ты тестируешь. Первый раз меня завалил. У меня губка. Блин. Почему губка? Дайте мне блоки, ребята. У меня блоков нет. Почему? Это что еще за фигня такая? Нифига у них там экшен-то. Там портал. Так это вот только что его... А, это портал из моих лаки-блоков, ребята. Мои лаки-блоки не ломать. Мои лаки-блоки, это мои лаки-блоки. Так. Да-да, мы тебя поняли. О, чуваки, я провалился. Все, я придумал. У меня появилась тактика, ребята. Я потихоньку к вам иду, короче.
Такс. Такс. Чисто по одному блоку. Раз. Это что, был забрал? Два. Эй, а что он не ставится? Эй, как так? Ладно, тогда будем делать вот так. Дальше сундук. И дальше крипер. Все. Ой. Шаверма мимо, мимо промахнулся чуть-чуть. Так, чуваки, что-то мне как-то вообще прям не очень. Что мне выпало? У меня даже ни одной мечи. Какой-то цветочек или что? Что-то непонятное. А давай я тут поделюсь, а ну давай, я буду, вроде сейчас говоря. Че, ребята, как у вас там дела? Хорошо все, да? Да давай какой-нибудь нормально, у тебя что-то внутри мечей есть. Так, все, ребята, я иду к вам, мне надоело, у меня блоки реально не выпадают. Я хочу в экшен, понимаете? Так, давайте. Будем ломать вместе с вами. Пипец, что вы тут настроили? Чуваки, а может мы это, лаки-блоками обменяемся, потому что у меня лаки-блоки вообще какие-то невезущие. А, нет, слушай. Слушай, я бы обменялся. Ух ты! Я тебе своих накидаю. Нифига себе! Так, дайте мне испытать меч. Ты что делаешь? Нифига, он улетел! А еще один. Ладно, чуваки, сейчас ладно. Так, тэпайтесь, все, я здесь. А, мне бекон выпал. Ай, да опять не повезло. Кубик. Че, улетел, да, вниз? В лаву. Да, о, да, вот эта ловушка. Да ты достал меня уже убивать, я чуваки! Я тебя целился! А, нет, а, ты меня не убьешь, слушай, давай, 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 попробуй, ты меня не убьешь, смотри. Да ты че, бессмертный? А ты знаешь, что у меня есть нагрудник, который... Ай, ща, ну ты все, ну ты попал! Погоди, чуваки, а вы тоже... Что? Это гемот-нагрудник! Ты почему летишь, Супермен? Смотри! Нифига себе! А че можно... О, это что за меч такой? Так у меня такой же меч есть, как у тебя, нафига вообще нужно, почему бумажник какой-то? Зелька? Ух ты! Галактическая... Это что за меч? Подождите, какая-то галактическая зелька. Ой, погоди, чуваки. Ой, все сдохли случайно. Зачем? Это зелька такая была, я реально не знал, что она делает. Подождите, у меня еще есть какой-то топовый меч, хотите? Да хватит тестировать, нет! Не, я могу броней. Подождите, ребята, я хочу с вами броней поделиться. Ладно, давайте доломаем все, каждый свои лаки-блоки, а потом мы устроим жесткое ПВП, а? Давай, уговорил, только у меня лаки-блоков вообще еще целая куча. О, это что-то интересно. Что? Так, ломаем, нифига себе, он откидывает. Вот это было смешно сейчас, конечно. А, мы же не сдохнем никогда. Конечно же, я же бессмертный. Да, потому что мы же на скайблоке. Да. Так, раз. Ребята, а сколько у кого лаки-блоков осталось? Что? Стекло? Что? Верба, нафига ты ее так заспавнил? Это что такое все? А что она перевела? Твоя собака. О, а, это тоже какой-то тинти. Все, я понял, есть после это в ПВП. Видимо, да. Давай лаки блоки быстрее. Что это мне выпадает? То стекло, то трава. Что-то я не пойму, что это за бред. Так, короче, хлеб, это все выкидываем, это все точно нам не понадобится. Ой, картошка падает. Так, ребята, сколько лаки блоков у вас осталось? У меня 2. У меня все уже закончилось. Серьезно, у меня 13 еще. Да, нифига, как долго тратите. Так, ой. Офигеть, а что все? У меня, по-моему, вы что-то нас спавнили? У меня капец, сейчас все залагало. Ребята, у меня из лаки-блока лаки-блок выпал. Что вообще происходит? Ребята, вы вообще видели, что здесь заспавнилось? Вы только гляньте это сюда. Вообще, просто лакшери. Подождите, а вы все лаки-блоки доломали свои? Да, у меня уже все закончилось, я же вам говорю. Так, а у меня еще 8 штучек осталось. Так, что за пуль? Давайте тогда я вам помогу. А, ну, можешь помочь, только не мне, понимаешь? Смотри, 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 насколько я далеко могу ломать лаки-блоки. Смотрите, ребята, 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 смотрите, хотите прикол покажу? Вставайте вот сюда. Не хочу, я не вижу. Ну да опять, офигеть, шаверма. Я вам тут произошел. Ты какой-то супер везучий, да? Ну-ка, что здесь? Так, тыква, да что ты будешь делать? То трава, то тыква. Ой, кубик сдох, кажется. Смотрите, хотите я прикол покажу? Смотрите, ребята. Ты что такое? Это супер мечи мои офигительные. Офигеть, у тебя мечи, дай мне один. Да, сейчас дам, мы сейчас запвпшимся. Короче, ребята, смотрите прикол. Видите вот эту башню из лаки-блоков? Не-не-не-не, встаньте, встаньте вот сюда, смотрите, встаньте ко мне. Смотрите, спорим, что я сейчас сломаю угловой блок. Вот так. В смысле, прямо отсюда сломаешь? Чё? Да, вот отсюда могу. Ты как это делаешь, чувак? Я не знаю, у меня какой-то эффект, смотрите. А почему я так не могу? Я так не могу сделать, блин. Вообще бред какой-то. Ну это так классно, слушайте. Эй, эй, что меня кто бьет? Так, а ну собака, иди отсюда. Да ну ты ответил! Ты зачем меня так скинул, блин? Тихо! Нафига вы меня убили? Я какое-то яблочко админа съел. Ёлы-палы, вы только посмотрите на меня. Чё, может попашемся, ребята? Ой, а что-то здесь... А, здесь лаки... Подождите, яблочко админа. Смотрите, опа. Захавали? Что такое? Не знаю, мне что-то должно давать. Может быть я, типа, сильный стал, нет? Не-не-не. Шаверма даже с места не двигается. Посмотри, какой он. Это просто титан какой-то Танос. Вы посмотрите. Вообще какой-то четверюга. Смотри, я знаю, как тебя сдвинуть с места. Давай.
Да! Он просто меня только... Меня, пожалуйста, так не надо. Он даже так не сдвинулся с места. Ну что, давайте, ребята, по ПВПшимся, наденем какие-нибудь части брони, какие-нибудь равносильные, да? Давайте что-нибудь придумаем. Ну как сказать, чуваки? Это вся моя броня, которая у меня есть. Это смешно, конечно, Купик. Да потому что мелкий блок вообще какой-то неудачный. Смотрите, заглядывайте в сундуки, я скинул сюда всю броню. Но аккуратнее с ней, потому что у нас, короче, ребята, с ней Майнкрафт фризился. Давайте, Шаверма, бери, давайте по ноже. О, ботинки, давайте наденем ботинки, короче. Давай, а где мы их возьмем? А, ну окей, без проблем. Давайте быстрее. Так, а ты где, Шаверма? А, все, нифига у тебя бронька какая. Ну у меня есть еще вот такой жилет. Сразу высокий стал, мощный такой. Так, и Купик, давай тебе тоже какой-нибудь жилет найдем, а? Ну давай, я буду, честно говоря, а я вот так выкидывал. О, все, смотри, я нашел, у меня как раз есть, смотри, жилетка, это тебе, для тебя, чисто for you. Вот сейчас под сет под мой. Ну что, готовы ПВПшиться на счет 3? Какой рыцарь! Раз, да, я тоже теперь готов. 3, бам! Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Эй, полегче, Купик, так, на тебе, получил. Ты нифига меня скинуть хотел, нет, нифига, потом. Я улетел вниз, да, я выиграл. Я сейчас зацеплюсь за воду, я выиграл, пацаны. Да, чуваки, а у меня... А у меня жизни не тратится, прикиньте! Да! Нифига отнесло, просто пипец! Чё, ребята, забирайте! А ну иди сюда! А, ты летаешь в геймоде! А, ты достал, я только тебя тегнул, Сафанус, блин! Это броня такая, да, это броня такая? Блин, дай мне тоже! А это нагрудник, да, типа геймод? О, стоять! На, летит! Так, дай я чем-нибудь другим попробую! Что? Я тебя похилил, Купик! Отстань, меня Шаверма! Не убьешь, не убьешь, не убьешь, не убьешь! Так, сейчас, а ну-ка идите, ребята, сюда! Я вас отправлю, кто не трогал! Оп! 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 Так, ой! Оп, ладно, минус! Теперь минус Шаверма! А, чуваки, чуваки, у меня... ТП, Купик! У меня просто жизни не тратится, прикиньте! Да? В смысле не тратятся? Тогда лети отсюда! Тогда лети отсюда! Я не тратится, нифига себе, на груди! Не-не-не, встань сюда, Купик, смотри! Ой! Так я только на грудник снял, вы меня завалили сразу. Жизни у него не тратится, вот это да, Купик, вот это да. Да, так я просто грудник снял, я же вам говорю. Так, тут главное успеть прыгнуть, потому что эффекты заканчиваются. А где Шаверма? Шаверма, Шаверма здесь где-то бегает, сейчас мы его прихлопнем. А, у меня нагрудника нет. А как так? У меня же был нагрудник. Я же его надевал. Да, получай. А, нет. Так, Шаверма, получай. Да как? Так. Нифига ты отлетаешь, конечно. А ну, получай. Куда опять делись? Да почему вы от меня убегаете? Я устал, вообще не могу. Да, 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 да. Папа, ты что слышишь? А почему я сам умер? Меня убивает и сам умирает. На, получай. Вот это да, вот это просто титан. На, получайте. Да не убивай, я говорю, ты достал. А, нифига, так нечестно. Так все, Купик, убирай. Все, ребята, предлагаю на этом закончить. Если хотите, ребята, видеть следующую серию, обязательно поставьте лайк, ведь продолжение зависит только от ваших лайкосиков. И подпишитесь обязательно на все наши каналы, чтобы это продолжение не пропустить. А это был Владус Мармеладус, Шаверма, Купик, покатус.